Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я хочу оставить свой отзыв о школе Никиты Бурлакова «Гипноза и слеперство». Я, если можно так сказать, человек с улицы. Ни к гипнозу, ни к психологии никакого отношения не имела. Но всегда занималась саморазвитием, самообразованием. Так сказать, искала себя. И в какой-то момент времени у меня возник ступор. Я не знала, куда дальше идти, в каком направлении мне двигаться. К этому моменту времени мной было прочитано большое количество эзотерической литературы, наработано большое количество часов практики. Но целых полтора года я топталась на месте. И вот однажды, гуляя по просторам интернета, я наткнулась на объявление о зачислении учащихся в школу гипноза и слиперства. И тут меня как озарило. Так вот, что мне надо. И тут началось. Во-первых, я здесь встретилась с такими интересными людьми, с такими неординарными способностями. За свои 50 лет я в жизни не встречала такого количества людей, близких мне по духу, как в этой школе. Во-вторых, здесь так выстроена система образования. С нуля, с азов, тебя введут в мир тонких волшебных энергий. И те, кто ничего в этом не понимает, и те, кто считает себя динозаврами в этой области, все без исключения здесь получат и новые знания, и новый опыт. В-третьих, здесь такие кураторы. Как взяли меня за ручку при зачислении в школу, так и довели до самого выпускного. Такие умнички, такие молодцы, такие дипломатичные, всегда готовые прийти на помощь. Можете даже не сомневаться, если решите обучаться в этой школе, вы обязательно ее закончите. Это неизбежно. Итак, если вы новичок в этой области или наоборот, а если вы остановились на полпути и не знаете, куда двигаться дальше, если вы просто хотите помогать людям, но не знаете, с чего начать, или же вы просто хотите прожить эту жизнь, будто вокруг вас одни чудеса, эта школа для вас, друзья.